Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Приступаем мы к пикировке нашей клубники, которая была посеяна 12 декабря. Сегодня у нас 23 января. И вот такая вот рассада выросла. И смотрите, вот это у нас была коробочка посеяна без Epin Extra, этого вот стимулятора роста и прорастания. А вот это вот с Epin'ом. У меня уже взгляд, наверное, какой-то такой замыленный, поэтому смотрите. Может, подскажете отличие. Ну, как бы вот это выглядит покрупнее. Но здесь схожесть больше, поэтому не знаю. Вот. Вроде как и с Epin'ом хорошо, и без Epin'а тоже. Сходы, в принципе, очень даже неплохие. И вот она почему-то без Epin'а как-то покрупнее так выглядит. А с Epin'ом вот она. Всходов больше, но они немножко помельче. Присыпались грунтом и вермикулитом, чтобы корешки дополнительно у нас образовывались. Пересаживать нашу клубнику будем вот в такие вот 200-миллилитровые стаканчики. Это старые стаканчики. Здесь заклеили все прошлогодние вот эти вот дренажные отверстия, так как рассада в них росла плохо. Ком вот этот земляной, он пересыхал, влаги было недостаточно. С поддона, даже если когда наливали влагу, она очень тяжело было ее взять, поэтому, в общем, решили заклеить их. Но если новые будем покупать, то вообще не будем их делать, эти дренажные отверстия. А потом, если вдруг понадобится, совершенно легко ножницами можно будет сделать эти отверстия. В общем, если необходимо, то затем можно их сделать. А сперва лучше обойтись без них. Грунт у нас по составу. Теперь уже мы берем 80 или даже 90%. Это у нас торф в перемешку с нашей обычной землей. В общем, кокосового субстрата буквально-таки 5%. И вермикулита тоже где-то 5%. А в основе у нас торф. И смешанный он с нашим вот обычным таким грунтом садового нашего участка. Получается он довольно рыхлым. Также добавляем сюда фитоспорин. 1 столовая ложка фитоспорина на литр воды. Можно 2. В общем, такой цвет темной заварки. И, наверное, около 200 мл. Вот на такой вот тазик у нас было внесено вот этого вот раствора. Вот такой вот получился достаточно рыхлый воздушный грунт. Ну и теперь будем наполнять наши емкости грунтом, аккуратно доставать, сохраняя весь корешок, нашу клубнику и пересаживать ее по отдельным стаканчикам. Такие вот уже достаточно большие корешки у нашей клубники. И теперь будем заглублять нашу рассаду при посадке по самые вот эти вот семидольные листочки. То есть это вот на таком уровне. Ну вот, пересаживаем в наш стаканчик и обязательно обжимаем вот корешок, чтобы грунт хорошо прилегал вот этому сердечку. И тогда у нас вот здесь как раз будет образовываться дополнительные корешки. И будет наш вот этот вот саженец хорошо развиваться. Насыпаем грунт, делаем такое небольшое углубление. Сюда переносим нашу рассаду клубники и с боков засыпаем грунтом. Досыпаем грунт и прижимаем и обжимаем сердечко. Ну вот, рассадили всю нашу клубнику по отдельным стаканчикам, пролили понемногу раствором с добавлением фитоспорина. И сейчас осталось сверху накрыть все это обычным целлофановым пакетом, разрезанным, и поставить
под подсветку. И пускай наша рассада укореняется и приживается. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.